Это вот большой котел, тут шлем, воины, говорю. И как они здесь делают? Вот я сколько смотрел, сколько ошибок. В прошлый раз говорил, зачем под ноги льешь? Ну под ноги-то зачем льешь? Все, дальше ничего, не глаза закатывают. Я сказал в траву. Говорил, сейчас не ходи туда. Ты нарушила, выливай тазик и уходи. Мыло держишь здесь, из пачки вот только что остается. 3 миллиметра. Раз в 15 больше мыла тратите. Не надо ничего. Ты льешь, не слушаешься. Смотри, какая слякоть. Зачем под ноги льешь? Объясни. А не зачем. Так, ты не слушаешься, вылей тазик вон туда и уходи. Выливай. Потому что тебе надо будет, ты дома сделаешь. А у нас порядки свои. Мыло оставляют в воде, оно размокает и ничего нету. Зачем мыло оставляете в тазике? Смотри, да не надо дать ему высохнуть, ты его полностью истерла. Мылом достаточно 2 раза провести только, а вы вот так трете туда-сюда мыло, раз 30-40. Я посмотрел, ну что это, размокшее мыло, оно все вываливает. Так, освободить это все, раз, а ты не нарушила, стирай. А ты уходи. Вся как лягушка мокрая, посмотри. Раз нарушаешь порядок, который принят. Лакерия, твои вещи. Лакерия, ну-ка иди сюда. Так, говори, еще хотела сказать. Ты вещи не развешивала. А я еще развешивать. Она бросила и пошла. Как ты будешь развешивать? Надо их сейчас сначала налей воды, смотри. И с этого места уйди, вон там в траве делай. Здесь ты устроила беку опять. Принеси тазик, поставь его рядом, налей. И отойди вот туда в воде, там полоскай, здесь не надо. Все. Мылом тереть, один раз туда провести, один сюда, поняла? И щеткой надо, не рукой шоркать. И вот так вот между собой, знаешь, как делать? Ну-ка, покажи, как. Ну, вот так, трешь ты как? Сжимай, вот так, во. Вот теперь она пошла по земле, у нее все валится. Потому что ты уже не первое предупреждение получаешь. С тобой мысли нельзя. Ну, вода под ногами стоит, обувь вся грязная сама. Так, слушай внимательно. Мылом провести мокрым туда и сюда один раз. Все, уже намылено. Ты порвешь его-то. Руки должны быть чистые. Мама звонит, скоро дозвонится. Только позвонит и бросает. Позвонит и бросает.